Вы смотрите видео об отеле Эдлом Кемпински. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Эдлом Кемпински расположен в стране Германия в регионе Берлин и относится к классу гостиниц с числом звезд 5. Airport Tegel Airport 10,46 км. Респектабельный отель расположен в самом центре Берлина, непосредственно у Бранденбургских ворот. Рядом посольство, музеи, театры, исторические достопримечательности. В отеле изящные номера, эксклюзивные рестораны, ночной клуб и оздоровительный центр. Достойный вариант для семейного отдыха, а также для остановки в ходе экскурсионного тура. На территории отеля имеется круглосуточное бюро регистрации, круглосуточная регистрация, интернет, гараж. Услуги The Hotel is situated in the immediate vicinity of the Brandenburg Gate, in the very heart of the vibrant metropolis Berlin. It is a fascinating masterpiece of elegant prominence and sophisticated architecture which breathes life into its history. Since its reopening in 1997, The Hotel has continued its long tradition of excellent service and supreme quality. Беспроводной интернет, да. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть закрытый бассейн. Год постройки гостиницы – 1997. Год, когда был сделан последний ремонт – 2007. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.